Отличница, активистка и просто красавица. В свои 14 Катя Анненкова руководит школьным волонтерским отрядом, проводит благотворительные и патриотические акции. В списке ее наград именная премия губернатора, грамота от Министерства образования и науки, бесчисленные дипломы с конкурсов и фестивалей. Я горжусь тем, что я могу помочь всем людям, не пройти мимо, когда им нужна помощь, когда они просят о помощи, и горжусь нашим волонтерским отрядом в школе. И вот новая высокая награда – «Горячее сердце». Теперь Катя – гордость всей школы. Это хороший пример для других школьников, когда есть люди, которые занимают активную социально-жизненную позицию, потому что такие люди нужны государству. Государство опирается на активных людей. Торжественная линейка в 74-й школе продолжилась традиционными стихами от первоклашек. Их в этом году больше сотни, набралось на 6 классов. Учителя надеются, новоиспеченные школьники продолжат дело своих старших товарищей, таких как Катя. Валерия Макарова, Сергей Баскин, «События».